Большое значение для сохранности дорог имеет технология. По приглашению столичных властей в Чебоксары прибыла делегация из США. Внедрение новых технологий по укреплению дорог – одна из главных целей визита. Обычным валиком собственноручно генеральный директор компании Sartrid Technologies наносит на небольшой участок дороги экспериментальный образец вещества. По его словам, это уникальное покрытие способно не только продлить срок службы дорожного полотна, но и сократить расходы на ремонт и строительство. Технология разработана на основе новых полимерных материалов, которые при смеси с битумом проникают вглубь асфальта и восстанавливают окисленный битум. Эта технология позволяет удлинить срок службы покрытия до 5 лет, в зависимости от степени интенсивности и поверхностного износа. Заокеанские гости имеют многолетний опыт в применении данного покрытия. Технология была запатентована еще в 80-х годах прошлого столетия. Быстрый и доступный способ защиты асфальта от разрушения оценили многие страны. В России он начал применяться несколько лет назад. Как технология, она приживется. И даже полоса, она достаточно еще лояльная по циклам переходов, там, то есть через 0 градусов. Они уже подписали контракты по работе в Крыму, ну и плюс по работам в Краснодарском крае, это аэропорт Адлера. Специалисты американской компании неоднократно проводили исследования. Вот некоторые результаты. После нанесения вещества проницаемость асфальта снижается на 90%, а прочность увеличивается в среднем на 40%. Столичные эксперты сделают свои выводы. Эффективности данной технологии можно будет судить через год. В течение года мы будем наблюдать, как ведет себя данный участок дороги, какие изменения на данном участке. То есть по истечению года будут проведены дополнительные испытания. То есть будет взята вырубка этого участка дороги, и в лабораторных условиях будут проведены анализы. Как заявили представители ЖКХ, они всегда открыты для сотрудничества. Если технология покажет себя с лучшей стороны, то ее будут использовать в строительстве местных дорог. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика.